Pode, né? Бачу намного делать. Фига себе. Нашу прошлую игру не сохранили. Весьма грустно. Полная хрень. Опять. А, кадрсков. Нет, нет, нет. Это новое задание. Нет, все отлично, все сохранилось. Надо найти как раз то место. Где мы можем найти нашего хакера, который должен нам указать, куда убили похищенных работяг. Я уже здесь был. Офигели, что ли? Ну да. Да ешь ты, блин, компакт. За тем чемоданом точно я не пойду. А что такое за зараза, а? Твою что, блин, компот. Ух ты. Это новая штука для баунти. Короче, мы нашли новую штуку для улучшения оружия. Прикольненько. Да вы издеваетесь. Лучше с дробовиком бегать. Окей, как наверх. Поехали. Окей.
Да чё за фигня? Да иди в жопу. У меня этих пистолетов хоть жопой жуй, блин. А, нас харнес. А это броня, кстати. Баунтис. Не, это все, что делает, только понижает в ноль. Короче, хрень полная. Three full pants. Это наши спортивные треники. И что мне предлагают? Ой, ну тут вроде круче. Скорость понижает, правда, на 8 единиц. Это вот 3 на меткость. Оденем эти. Будем с шароварами ходить. Окей. Выглядит прикольно. Возьмем дробаш. Нет, рановато. Да идите в жопу. Да я уже понял, блин, ребят, зачем вы мне обучение показываете? Где мне достать вещи-то? О, это круто. Вот дилемма, сразу стрелять или мы еще посмотрим. Ах ты! Такое себе. Баунти мы набираем, конечно, круто, но что с ними делать, я так не понял. А где аптечку купить? Блин. Где взять аптечку? Они на всю Юкреду бросают, а мне нужна аптечка. Так что ж такое?
Ёж ты, блин, компот. О, здоровье. Продержимся еще чуть-чуть. Я так не играю. Не продержались, окей. Где мы? Чуть весь обратно. Recommended level 6, ну, по-моему, у нас и так 6. Ну, на 8 уровне пройти не можем, что за дичь? О, может, нам что-то не хватает? Ой, у нас 9 скиллпоинтов, и нам явно... Нам, походу, надо здоровье повышать. Потому что как-то плохо. Так поставим и поехали, посмотрим, что выйдет. Вроде неплохое вложение в навыки. О, это энергия. Не понял, что это, но... что мы взяли, но выглядит прикольненько. Короче, нафиг с этим ящиком не пошел. Окей, а это что такое? А, снеки. А их взломать можно? Нет. Не дали нам их взломать. Эта штука понижает уровень критического попадания на пятерочку. Не, нафиг. Поехали дальше. А как подняться наверх? Там где сундучок? Сундучок явно наверху. Но... Блин, сколько может с этими протекторами бегать?
Тут 20 уже собрано. О! Очередная штука. О, скиллпоинт. Прикольненько. 1 скиллпоинт можем потратить. Баланс. Что делать нам баланс? А, стан, нокбэкс и стаггерс. Эвэйшн и уклонение. Вложимся в уклонение. Прикольнее. Че посмотрим. Да, больше у нас нету. Это, кстати, банкомат. Не дает нам взломать банкомат. Ну ладно, не очень-то и хотелось, ладно. Ничего не взломать. И куда нам идти? Ух ты! Электроника. Прямо на кириллице. Выглядит прикольно. Только не закрыто, конечно. Так, окей. Ну что, гранатка? Извините, чуваки, ничего личного. Хорошая граната. Бэкпэк. Кстати, у нас новая штука. Нет, 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 нет. Где бэкпэк? А, вот он. А, вот у меня их таких 3 штуки. Ёшкин, блин. Ладно, окей. Да что за херня? Так, кстати, правильно мне вчера сказали. Граната перезаряжается, чем быстрее мы... А, нет, у меня есть здоровье. Чем быстрее мы убиваем врагов. Круто, круто. Ну, то на новенькое. В чем прикол? Где они? Что выпало? 23 креда. Ну такое себе. Короче, копаем дальше, пока не вылезем. Ладно. А я чё? Я ничего. Пошли. Шедоран, так шедоран.
Capsule Hotel. Почти что как видоизмененный углерод. Ой, кто такой толстый на карте? Че, босс что ли? А, Bounty Detected. А почему я не двигаюсь? О, ну это круто. Как-то все плачевно. Когда клавиатура взяла и отмерла, выглядит так себе. А кто тут сбоку? А, ёй-ёй-ёй. Ух ты. Да что ж такое-то? Да, поднимаем здоровье, иначе как-то совсем тоскливо выглядит. Пистолет-пулемет нам уже... Это что такое? А, это здоровье. А граната не заряжена до сих пор. А где я нахожусь? Тут есть? Можно оружие какое-нибудь купить? Entrance. Куда entrance там? Блин. Нифига, здесь какое-то метро и все. Я так не играю. Иди в жопу, говорящая. АС-2, я вряд... А, можем открыть? Нет, не откроем, окей. Что это за жирная штука? Нитрод. Опа! Кто там у нас? Снайпер? Ах ты ж! Не, это чувак, на которого надо взять награду. Если, конечно, дойти до туда. Блин, я вообще взломать ничего не могу. Ой!
подлюка. Куда он удрал опять, а? Вы издеваетесь надо мной? Это он был такой жирный? Откуда у него опять здоровье полное? Так он меня полностью положил. Че, издеваетесь? И не взломать. Ладно, купим. Че, из никого ничего не выпало, что ли? Куда нам идти? Ну где нам этого хакера найти? Ну что-то уже. Да что ж такое-то? Дичь полная. Ну что купить-то тут? Ничего. Но по здоровью. А чё, мы аптечку взяли какую-то? Я так и не понял. Блин, чё это такое? Charge. Но heals everyone within range. Блин, ясно, это явно не для нас. Штука, которая будет всех лечить, не для меня. Окей. Движем дальше. Ух ты, у нас Черное озеро, новая область. Бистек. Очередное место. Entering Black Lake Towers. Zero, zero sentience. Concentrate. Sector empty. Nothing to see. Move along. Короче, охрана в секторе просто ноль. Ну дай здоровье мне хоть что-нибудь там, блин. Что-то мне. Блин, юкреты. Мне хакера найти надо, не заниматься ерундой. Йоу. Парни, бабай. Окей. Литвинов Кэп Компани. Прикольненько. О, кстати, метро. Мне туда надо?
чтобы куда доехать. Black Lake Towers. Нахер не надо. Метро манит, но не сейчас. Куда мне? Ну ладно. А я их не сниму, блин. Да как же, блин, взломать-то эту хрень-то? Да как скажешь, никому не собираюсь ничего рассказывать. Ай. А, кстати, фералы проснулись. Это уже не... Да где я вообще? По колено в говне вести. А есть из дробовика? Только начнешь об этом задумываться. Чё они все наверху и там, где сухо, а мы где-то в жопе, там, где мокро. Бля, муха. Ну я кто-нибудь взломаю? Ясно, ничего не взломаю. А эту? Ну вдруг я... Я хреновый хакер, я понял вас. Sentient Presence. Служба безопасности здесь. Speedpick Knockhead, окей. А как мне это... А карта есть у нас вообще? Ни хера нет карты, окей. Очень весьма продуктивный разговор. Ух ты. Сашка, привет. Ты что-то задолбал у меня все. У меня отпуск на целых 12 дней. Могу себе позволить во что-нибудь поиграть. Саундтрек, конечно, крутой. О, поздравляю. Not now. I've almost cracked the distributed cognition. Whoa! Where did you come from? No, wait, who the hell are you? Да кто я? Меня все знают. Я сам понять не могу. I knew I should have gotten those turrets online long ago. Then you'd be a red smear on the floor. Never rely on secrecy alone. Да, не повезло. Again, I'm obviously still alive. So what do you want? Why are you here? Boone sent you. Yeah, I know that faithless cred stacker all too well. What does he need?
Yeah, without those havers, you're in deep trouble. I got two Nestkin and 13. Poon must know that, the bastard. All right, I'll help. But this is not for Poon. What do you need? I'm already logged on to the surveillance server. Let's have a look-see. Seems a whole bunch of invalid tags passed a scan gate at the Cosmodrome a few subcycles ago. The biometrics match your haber, so I can't say where your habers are now. If Ovi took them, you're gonna have to ask them why yourself. Опять ищем чуваков. Requisitioned an old Hydrocat branch office up by the node. Way above where we're at now. Like, whole other tier. Anything else? I know everybody treats OV like the big scary boogeyman, but they're just doing business like everyone else. They could be talked to. Just look, you'll probably need my help again before this is over. I passed your imp into my comms. Ping if you need me. And just to be clear, I'm doing this for Cluster 13, and Poon will owe me when we're done. Oh, and I bumped up your permissions with the arcology reg, so you can access the node. Moving up in the world. О, теперь мы прямо как в Shadowrun сможем куда-нибудь вламываться. О, да, датанет. Сань, кстати, в этой штуке есть кооператив, поэтому если соберешься, сможем поиграть в киберпанк в напарниках. Это Realm of the Arts. Paradise Skull Bucket. Ой, можно оружие. Можно... А если weapon skin? Понятно. Короче, у меня... Блин, а как продать? А, он просто улучшает. Я тоже думал, что я отошел от мира игр, но потом понял, что надо мозг перегружать и чем-нибудь другим, иначе как-то это совсем все грустно. Пулемет? Да, 8. 9-15. Это еще раз можно? Ой, не, перебор. Дробовик может поднять. Не хватает. Ладно. Хоть что-то. Саня, что за хейт? I won't be liable for any loss of neurons. Тут вещи продавать, блин. Ой, я понял. Я понял про твой. О чем ты говоришь, да? Ну, не знаю. Мне вот... Я посмотрел пару видео, отчетов почитал, то, что разработчики писали про эту игрушку, и понял, что это вот Shadowrun, то, как он может быть, должен был бы быть, по сути. Ну и вот. Решил остановиться на нем. По мне так вообще супер.
Deep Sting Brief Taker. Звучит прикольно. Но я так особо, если честно, действительно не вникал. Ой, я научился наконец-то продавать лишние вещи. О, можем улучшить. Давайте мне пулемет еще. Вот, ура. МК-4. Мы круты. Я видел, ребята играли в Катану, но я... До меня что-то... Ну, не доходили руки... На самом деле все упиралось во время. Но ты это, я думаю, и так знаешь. А так? Ой. Ну вот эта штука прямо вообще хороша. Чё только стоит тут Боб Марли. Я теперь выйти на... выход найти не могу. А, нашел, окей. Ну, это здорово. Фаундри наше все. Я посмотрел, кстати, у меня сегодня чистил этот плейлист, которые были понравившиеся в этом в Ютубе. И там как раз висит то, что у тебя на Ютубе с канала твой стрим по ту сторону. Кориолис когда-то наводил. Помнишь, как так назывался? Я так быстро на перемотке его посмотрел, прикольненько. Вот это нам показали, мы можем... Да-да-да. Такси. Ну, я хочу такси. Или что, я не могу вызвать такси? О, окей, такси. 1000 этих, вы что, офигели, что ли? Ричард, has to retire. Бля, что ты подразумеваешь под динамическим освещением там, Саш? Там все освещение, по сути, динамическое или... А, да, конечно. Подожди, ты же у меня был в этом, в склизких пещерах Нарвала. Там, где туман, стены, все, это, ну, руками создаешь и все. Рисуешь стены, ну. Более того, даже отрисовка стен выглядит гораздо легче, чем Fantasy Ground Unity, как она была. Мне сдается, это все равно так, до сих пор та еще. Недописанная на коленке хрень.
Я еще докупил пару. Да не вопрос. Набирай, как только я с отпуска вернусь. Ну или если в отпуске буду, если буду в сети. Потрендим. Я еще накупил. На Патреоне я подписался на. Сейчас Dynamic Dungeons, по-моему. Там, где анимированные карты. Анимированные это видео, короче, в формате. Прикольненько. Хочу на следующее затестить. Потом и в приливах воткнуть. Парочка есть такая. Задумки. Нет, блядь, никогда взломать я ничего не смогу. Чё за киберпанк, если я не могу взломать, блин. Нихера тут. Да, Сань, брошу, понял тебя. Ты посмотри игрушку, давай, если что, покупай хоть, ну, перед отпуском побегаем. Ну, либо уже после. Потому что выглядит так. Жизнеутверждающая, жизнеобещающая. О, что у нас у байкера? Блин. Надо было сразу такси заказывать. Заколебало меня это все. Действительно хороший совет, потому что режет размеры при минимальной потере качества, а игроки у тебя разницы вообще не заметят. Откуда вы взялись, а? Ой. Вон, чувак, извини. Откуда вы вообще здесь и беретесь, а? Блин. Ну, с дробовиком. Привет, чуваки. Че, идите в жопу, я вас не звал. Опа, мясо. Блин, банкомата мне не взломать. Сань, кстати, я так и не спросил, у тебя закончилась кампания на сервере костей, там, где вы вот по НО играли и... Да, насчет твоего последнего коммента, так и есть. Очень здорово. А если учесть, что игрушку написали на коленке 12 чуваков без бюджета, такие вот, тут выглядит все очень даже хорошо. Ни хера не взламывается. Что за фигня? А может, мне надо этот? Нет, писмейкер. Я ничего. Айс. Я вообще ничего взломать не могу, что ли.
То есть получается, у тебя скоро вообще настанет затишье, и ты будешь готовить свою собственную игру, правильно? Подожди. Газали — это ж первая компания. Последний рейс Газали, которая. Или это как раз... А, это... Это то, что ты запретил нам читать. Это предыстория к этим комиссарам. Да, я понял. Но, блин... Как я тебе уже говорил, время может внести свои коррективы, к сожалению. Да иди ты в жопу, чувак. Я так и запомнил, да. Кто вам стреляет? Иди лесом, я тебя не звал. Я понял. А я себе он зато выкроил вечер и полночи. Прикольные игрушки. Ой, это я гранату бросил? Да, это я. Очень умно. Полный швах. Блин, когда уж... Я же здесь уже был. Да, Сань, спасибо. Давай, давай. Спасибо, что заглянул. Ой, бегаем дальше. Куда?
И что делать? Всех положили? Окей. Ну чё, что нам тут одеть-то, ёлки-палки? Блин, а где сдать все эти штуки? Эту штуку можно... Ой, вот Flanner Combat Hood. Боевой капюшончик, это хорошо. Все, что он делает, это просто, блин, увеличивает нашу бронебойность и силу. Нахер. Это явно броня, который повышает прицеливаемое. Нафиг. Ладно. Зря отвлеклись, пора валить. Пока нас не догнали. Идите лесом. Хватит. Уходим. Окей. Возьмем винтовку. Опять. Ребят, идите лесом. Заколебали. Мне надо на верхний уровень. Опять. А, идите в жопу. Как мне вообще туда попасть? О, ладно, окей. Мы опять в городе. А тут вообще народ не знает, что за дичь случилась у нас. Это... Нет, это у нас побочные миссии еще. Нет, нет времени на них. Ну, пока что еще система безопасности вроде не стреляет своих. Но это не точно. Я такси не хочу. Да что ж такое-то? Куда мне, блин, на верхний уровень-то? Где он? Иди в жопу.
нет, уже пулемет. Да что ж такое? Что, вниз нас отправят? Нет, пока еще нет. Тут меня сюда еще не пустят? В чем прикол? Где я вообще? Блин, я опять с вороном. Хакер никудышный. О, сундучок. Охренели, что ли? Ах ты. Ладно, окей. Себе. Мне скоро все эти пистолеты надо будет продавать уже, по-моему. Ни хера не взломать. О. Что, никто здоровья не бросит? Я что-то до сих пор не могу понять прелесть до этого дробовика, если он даже в упор нифига не наносит урон. У меня походу с пулемета отдача больше. Ладно.
Ой. Ладно. Это что за миномет? Это хороший или плохой? Я вот не понял. ХЗ, короче, не хочу к нему подходить. А вот тут плохой миномет. Это плохой, окей. Ладно, здоровье подкачали. Блин, как по минному полю. Хай-стрит. О, вот. Ну да, нам надо туда. Это круто. Полный Blade Runner. Warrens. И куда нам идти? Onyx White. Чёрта. Ладно, пошли искать. Да иди в жопу, блин, я сам пытаюсь найти хоть что-то. Так, что можем улучшить? Не, нихера не хватает. Пятерка для... А, даже дробовик не... Без бед. Ничего не улучшим, короче. Франсбейк, привет, привет. Продолжаем будни Blade Runner нахрен. Ну тогда сюжет был немножко по кайфовее, мне как показалось. О, оружие. Надо продать. Что-нибудь точно продать, потому что дофига ненужного говна. Вот эта штука явно как у клерика в настолках. Что делает вообще? Это точно. Лежит купленная сейчас просто, ну, посмотрел, дождь, все дела, выглядит прикольно.
А, ты про фильм, я про игрушку. При этом еще, ну, была одна из самых первых, которая тогда еще на 4 компактах выходила. Великолепно, там с атмосферой. В принципе, как и в фильме. Постарались удержать вайб. Выглядело классно. Вот, а те же самые вот эти вот плакатики с неоновыми вывесками вообще хороши. Охренеть. Район, в который мы вошли, решил действовать сам по себе. О, сундучки. Да-да, я так и понял. Фильм прикольный, он... У меня сложилось впечатление, что вот фильм сейчас новый, который вышел, я даже купил артбук по нему. Он как будто вообще из другой эпохи, потому что первый — это дождь, туман, пар из подворотни и Харрисон Форд. А вот именно новый, такой же больше на современный лад. Там чуть меньше пара, но атмосфера, в принципе, сохранена. И опять же передает, на мой взгляд, вот то изменение, которое со временем произошло. Прикольно. Но и игрушка, надо сказать, тоже была хороша и есть. Ну, подожди, Стерлинг в 79-м первую киберпанк написал книгу и назвал этот жанр именно так, поэтому это спорный вопрос. Он не фильм, это он книгу написал. Но, тем не менее, спорить об этом все равно можно бесконечно. Здесь я, в принципе, согласен. Зато тут у нас почему-то кучу зеленых NPC поставили. Даже никого не постреляешь. Да что ж такое? Короче, вообще никто не знает, что происходит и зачем кому-то понадобилось прятать похищенных заключенных на высоких уровнях. Ну скажите, что я взломаю. Нифига не взломаю. Я просто кандидатскую, этот минимум кандидатский по Иньязу защищал как раз на рассказе Стерлинга, и я тогда их изучал, мне показалось, что я 79-й год запомнил. Могу ошибаться, но, может быть, тогда не было названо это киберпанком. Не буду спорить, блин, кам. А что за хрень? Мне куда? Да что ж такое? Да что ж такое?
Что-то у меня со здоровьем плохо. Мне показалось, что дробовики вообще какой-то отстой. Вот, да, с дробовиками. А чё эти штуки? Чё не... Они меня лечат или что? Я так понять не могу. Дробовиками. Да, вроде. Ух ты. Ух ты, круто, я ему щит сломал. Ну да, такое себе. Такое себе. Блин, а мне что-то пистолет-пулемет вообще не зашел. Я взял, ну, винтовку сразу и сейчас прокачиваю ее. У меня, ну, даже осталось, ну, пистолет-пулемет остался вообще не прокачанный. Что-то как-то, ну, не задумался даже на эту тему. Никогда, блин, не взломать ничего. Чё за дичь? Да, я и так прикинул. Я, по сути, чуть-чуть в дробовик вложил, в этот, который типа цифровой, да, вот. Но что-то толку пока не вижу. В упор, да, он хорошо работает, а... Даже по скученности что-то такое. Ну вот опять вот этот. Ну чё? Иди в жопу. Твою ж ты, блин, компот, а? Ой. А, ладно, левел ап. О, так можно с ними. Тоже здорово. Я что-то испугался. Конечно, прикольно, если учитывать, что эту игрушку сделали 12 чуваков на коленке. А работа тут явно проделана такая немаленькая. Что, гранату бросать? Окей.
Не, ну, тут, походу, дробовики хороши, если в упор, и тебе ничто не мешает. Это да. Вот так. Мне просто еще интересно, когда мне когда надоест вот бэкграунд. Хотя, с другой стороны, они, в принципе, постарались, каждый из районов немножко по-своему уникален. Дождь идет не везде, кстати, что прикольно. Доминатор, это пистолет, пистолет-пулемет или винтовка, на что он проходит? Потому что я, мне что-то показалось, я видел в магазине что-то похожее по названию. Но это не точно. Пулемет. Я понял. Надо будет смотреть. О, Влад, мы в новом районе. Прикольненько. Так, ну. Тут вообще можно ногу сломать, блин. The glad, the note. High Street, the note. Мне куда надо вообще? А почему он... Ну, если говорят, надо пообщаться. Будем общаться. Да, ладно. Блин, без цели указателя тут. О, может оружие продать, а? Не боюсь, надо продавать. Я что-то уверен был, что я больше. Не, пока что еще нет такого, как ты писал. Как они тут вообще без зонтиков живут? Чё, мне сюда? Окей. Они эксплойт хедкота. Хм. Окей. Ой. Тавочка. Да, хорошее задание. Спиков 438 хал.
И где-то у нас... А, вот это вот. I'm 438 hung, and you're in a timer. Attack to meeting. I have no idea what you're jabbering about, but that ugly speech hole of yours would be much improved by staying closed. So you've lost a few habbers. How does this concern on its void exactly? Careful where you point those digits, Indent. But as it happens, you're in luck. I know where your precious habbers are. But there's an inquiry fee. Then I have a proposal. Do a small job for me, and you'll get the information in return. Все понятно. Сайд-квест превращается в главный квест. One of my operatives is being held by the Rojin. Of course not. He's spoiled goods. Flatline both him and the Rojin holding him. No witnesses. Onyx Void always cleans up. The operative is presently being entertained at Orojin Oyabun's penthouse in the top of the East Gemini Tower. Expect a warm reception. I want my operative's tag as proof of the termination. Do not fail me. Onyx Void always cleans up. Ничего нового. Опять сделка пробраться в, блин, пентхаус, вычистить. Забрать то, что надо, и свалить. Прикольненько. Мне вот не хватает только шаманов, орков. И будет вообще Shadowrun во всей красе. Это ж круто. Kill Onyx Void. Против. О, так его грохнуть надо, чтобы он не проболтался. Ой, у меня еще миссия была. Ладно, окей. Что-то я взял еще... Сайт квеста, на него забил. Ладно, фиг нам. Куда идти-то? Пофиг, пошли отсюда. Если мы будем заморачиваться на сайт квеста, мы никогда не пройдем основной. Нет, 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 нет. Это у меня другая миссия. Вы что, ребят? Вот, 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 мне надо сюда. Почему я сейчас не вижу на мини-карте указатель? Окей. О, что-то я тоже лапши захотел. Острая кухня. Короче, ясно. Берем сайт-квест, чтобы помочь харчевне на колесах продолжать травить горожан. Но пока предлагаю закончить. О, рамен. Ramen.
нам сюда попасть? Интересно. Окей. Все, новый райончик. Твою ж ты, блин, компот. Gemini Stack. Блин, чё нет маркера на карте? Куда делся? А, потому что мне известно, неизвестно, куда идем. Барахолка. Поехали наверх, посмотрим, что там, если нам надо в пентхаус. Ух ты. А чё они все с ножами-то, ёлки-палки? Что-то как-то быстро меня порезали. Да нет, это... А есть другой вход? Потому что... О, зато появился маркер на карте. Нет другого входа, ясно. Потому что что-то якудза меня немножко поддостали. Я думаю, надо сделать перерывчик, потому что и вообще придумать, что с этим сделать.
пытаться опять. Может, мы сможем... Блин, оружие улучшить? Нет. 6 очков. Что, здоровье поднять? Хоть так, потому что не знаю. Что с бодибаттери? Energy. Пока не уверен. Боезапас. Weapons load and reload. Spread recovery. Качаемся так, пошли. Надо же хоть иногда заниматься этой штукой. Попробуем. Не, что-то как-то совсем мясо. Ах ты ж, падла. Ах ты ж, падла, я ж тебя почти завалил-то. Кто здесь? Ах ты ж, блядь. Ну я был близок к победе. Черт, ладно, окей. Мне хоть... Ну хоть здесь все осталось. Поехали. Чуваки, заколебали. О, у меня вообще здоровье единичка, да? Полная херотень. Я себе гранату брошу. А где у меня клавиша Г? Ладно, пулемет. Пулемет прокачан, даем К4. Взять пистолет, да ну нафиг. Шоквейв.
Ну, помню, Гэш я всегда гранату бросала. Да блять. Идите в жопу, я вас не звал. Почему у меня граната не бросается? Твою мать, такси! Кто вызывал такси, блядь? Я, кстати, понял, почему они могут бросить гранату. Она у меня не заряжена до сих пор. Что странно. Жопа. Это ниндзя сраная летающая. Иди в жопу, блядь. Окей. О, доминатор. Трансбей, как ты говорил, у нас есть доминатор. Фига себе. Че так можно было? Он че такой крутой? Блин, так надо было его прокачивать. Ну ладно, тогда будем его заценим. Нихера себе! А у него... Я тебя понял. Ну что, сундук-то сломаем хоть? Ладно, компонентное улучшение, ну хоть что-то. Ух. Неужели никто не попытается меня остановить здесь? Не, стопудово попытается. Не? Точно. Реально.
Да что ж, ну доминатор мне нравится. Хорошая штука. Да что ж такое-то? Что за артифайсеры, блин, из ДНД, а? Прокачку я, в принципе, пулемет, который Dread, поднял до этого, ну, до МК-4 по уровню. Ах ты падла. Чуваки, давайте взломаем банкомат. Да никак не взломать банкомат. Вы издеваетесь за мной. Блин, где здоровье взять? Ну вот они. Скромненькие. Дождь пошел. Опять. Да, да, я видел в банкомате, что можно купить. Я просто надеялся, что, блин, когда-нибудь я научусь взламывать банкоматы, но что-то... Пока что-то не никак. Ух ты, я могу продать. Фига себе, мы кучу денег подняли. А что значит стойкий верх оружия? Ты имеешь в виду в приседе над укрытием? You to live. This is mildly impressive. The Malhorse Gel Corporation has your indents. The carrier they're holding them on is scheduled for departure in a few cycles. Check the Cosmodrome. Since MG Corp are in breach, they are no longer enjoying our protection. Ну, хоть мы выяснили,
Кто спер наших чуваков? Northwest Exit. Это круто. Я хочу оружие улучшить. У меня должно хоть что-нибудь быть еще, блин. Вот сюда. Как мне сюда попасть? Genesis. Заставки тут, конечно, бомбезные. И баннеры. Arena World. Класс. Окей. Погнали. Твою ж ты мать, а? Зачем, блин, на меня набрасываться, если мы можем? Сундук. Голяк. Ох ты ж, ёшкин-матрёшкин. Окей. Сундучки. Просто у меня сложилось вообще впечатление, что если так долго все это проходить и обращать внимание на каждый сундук, времени на основной сюжет вообще не будет. Ах ты ж, мать твою.
Короче, потратили гранату и банк данных для силового удара. Ёшки-матрёшки. Окей. Издеваетесь. Я же здесь уже был. Погорячился. Что такое? Всех положили? Ну, красиво. Блин. А чё не все... А, это... Наши зеленые турели, типа. Так где я оказался? Блин, я опять выхожу, что ли, сюда? Ни хера не понял. Ну, космодром, мне ж туда, это направо. И чё? Баунти Хантер, ну нам нечего, мы уже все продали. Броня. Надо посмотреть, что можем продать. Ух ты. Фига себе, это крутая. Шоквейв мне не нужен. А, это слишком более мощное получается.
Не, не хочу, блин. Ну, пап... Моя 400 это 700 тратит заряды. Получается, если я ее использую, то у меня вообще ни на что не останется. Блин, компот. А что он даст вообще нам купить? Не, не хочу. Улыбаемся и машем пока что. Ой, нет. Так. Я не туда. Я хочу в магазин пока. Росхром, окей. Что делает он? Понятно, хрень полная. Двадцать девять штук? Не, пока не будем. Скоро понять не могу, как пользоваться одним и другим. Вот ехать я вообще не могу. У меня... В первом слоте удар. Во втором volatile, именно то, что позволит им потом взорваться. Если один я использую через Q, почему я не могу использовать через I вторую? Я не пытался, ни хера не получалось. Космодром. Как-то вообще тухло. Где пожрать-то взять?
Да что ж такое? Это у меня один сплошной доминатор сейчас стал выпадать. Я думаю, время пришло в гости отправиться, как Винни-Пух пел. Ну, айс один, а у меня такая же кибердека. Ну что ж такое? Ну, айс один. Ничего не мог. Ну ладно, не очень-то и хотелось. Как-то очень больно. Опять доминатор. Нет, С это взлом. Ты про это говоришь. Я так, ну, я это и делал. Но у меня пока что почему-то не хватает уровня. А, блин. Я понял. С фундуком все отлично. Где он тут был-то? Вот он. Вдруг там что-нибудь полезное? Не, нифига. Опять Access the Night. Я так не играю. При том, что вчера я уже взламывал такие же сундуки. Ладно, фиг с этим. Не суть. Еще есть немного времени, можно побегать. Откуда у них доступ? Ах ты ж, блядь. От Месилова. Ах ты ж, а как у них рикошет-то еще получаются?
Твою ж ты, блядь, компот. Никогда такого не было, и вот опять. Окей. Что это за гномы, блин? Камикадзе с гранатами, блин. Ах ты ж. Подожди, дробовик, это ж должно быть круто, в упор он пока еще работает, но пока еще, но это не точно. Да что ж ты будешь делать-то, а? Что, блин, да... Да иди ты в жопу, такси. Всем вот посетителям космодрома пофиг, что здесь кто-то бегает и стреляет. Прикольно. Два, два, один, ух ты, ну зато картинка красивая. Кто сзади? А чё это вообще за хромированное чудо? Фрейм повышает. Это внутренние органы. Защита внутренних органов, интересно. Spread reduction. Блин, да ну нафиг.
Слушай, у меня пистолет был вот только... Я его с собой оставил. Протектор. Он легенький, но он так, я бы не сказал, что он поджигал. Он просто сжег, ну, пробивал. Пассифайр потом я взял, который бьет энергетическим. Он 314 в секунду. Я даже не знаю, что тебе сказать. Хер знает. Ой, чуваки, извините. Не того. Да вы издеваетесь? Везде один сплошной доминатор теперь. Так, ребят, Thanos Gate, давайте мы дойдем до точки сохранения и закругляемся. Ёж там матрешки осталось только найти, где эта точка сохранения. Ой-ой-ой-ой, что так можно было? Да что ж такое-то, а? Ты skill point. Прикольненько. Ну, блин. Иди в жопу. Ломать никак. О, я понял. Желтые штуки перезаряжают тактические штуки. В смысле гранаты.
Slowpoke, как он есть, окей. Где моя миссия? А, вот, ну, окей. Короче, поторопиться. Ну, мы торопимся и так. Куда же еще? Куда еще более торопиться? Ребят, вы что, охренели, блин? Валим нафиг. Ой. Как из него шестеренки вылетели. Четверенки. Блин. Ну ладно, движемся в карьер. Ой. Ясно. Погнали. Полис чекпоинт. Что за снайпер, сука? Ой. Ну, могло пойти не так. Ну, зато лечат меня эти штуки, да? Окей. Ох, ну. Ч
Теперь поезд уехал... Нет, босс. Ой. Что мне с ним делать, а? Вообще ничего не понимаю. Он уходит далеко, а я не могу ничего сделать. Энергетические пушки. Мне бы найти эти энергетические пушки, блин, компола. А доминатор у нас... А доминатор — это физическая штука. Энергетический у нас... Pacifier, кстати, опять же. У меня вообще нет нифига. Вот миротворец есть. Прикольненько. Попробуем. Ну хотя такое себе. Куда делись, блин, эти монстры? Монстр, точнее. Ясно. О,
Интересно, может что-нибудь, блин, одеть другое? Хм. Попробуем с этим. Что нам понять? Да ничего толком. Интересненько. Ну, попробуем броню одеть. Ну, где этот? Окей. О, кстати, скиллпоинты надо потратить, я думаю. У меня их слов 4. Evasion. Если мы собираемся прыгать кувырками. Короче, мы все в evasion. Идем дальше. Да что ж такое-то? Мне интересно, у него здоровье сохраняется после каждого прыжка или нет. Таким уровнем здоровья вообще нереально.
Хорошее наблюдение. Даже если мы выходим из зоны поражения, нас все равно осколками убивает. Так, тогда я думаю, сегодня можно, блин, это счастье заморозить. Нафиг. Франсбэк, спасибо, что составил компанию. Если что, еще продолжим. Я ухожу на паузу и надо еще немножко поспать. Пока-пока.